В Ульяновской области активно ведется работа по формированию бюджета на 2018 год. Пока идут лишь общественные слушания, однако планируется, что на отрасль образования будет выделено более 8 миллиардов рублей. Региональная казна будет распределена на строительство новых школ и капитальный ремонт старых. Увеличивается бюджет на летнюю оздоровительную кампанию и развитие профессионального образования. А также в эту сумму заложены средства на софинансирование федеральных проектов. Один из проектов – это создание условий для занятия физической культуры в сельской местности. Он будет продолжаться, деньги заложены, но в этом году также заведена в бюджет строка и региональный проект по созданию условий для занятия физической культуры в рабочих поселках и поселках городского типа. На новые школьные автобусы и завершение мероприятий по созданию межрегионального центра компетенций будет выделено по 100 миллионов рублей, на оздоровление около 300 миллионов. Самая большая сумма в бюджете предусмотрена на строительство новых общеобразовательных учреждений – более 700 миллионов рублей. Особое внимание вот в новых бюджетах, в частности в бюджете 2018 года, будет уделено оборудованию, современными средствами техники образовательных учреждений. Это очень здорово. Например, новая школа в районе Запад на 1000 мест. Вот она сейчас уже пущена в строй действующих. Оборудование изумительное. Очень завидуем этим ребятам, которые будут заниматься в этой школе. Сфера образования всегда была и остается одним из приоритетных направлений при формировании бюджета. 2018 год и плановый период 2019-2020 годов не станет исключением. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.